интересно, как все у нас. Не Ван Гога «Подсолнухи», а Гойя пишет обнаженную Маху. Причем Маха – это я, а ты Гойя. Я думаю, что у нас гример такой квалификации, что он сделает не только Гойю из тебя, но еще и Льва Толстого, Маху дает. Меня Маху несложно сделать. Но вот ухо обещали отрезать, но врач стоит, скорая помощь стоит внизу. Пока. Николай Второй. Вот когда они такие все были. Они торчат прямо. Губу они скрывают. Вот эти хорошие? Вот эти, да. И с ней. Был такой художник, который, значит, сам себе якобы ухо отрезал, да? Потом выяснилось, что это не совсем так все было. У меня такое ощущение, что это абсолютно все-таки одинокий человек был, замкнутый, одинокий. Я не думаю, что можно сыграть, честно говоря, такую личность, сыграть именно. Нет, можно так прикоснуться в каком-то ощущении и предощущении этого человека. Но вот сыграть... Нет. Ой, Достоевский Федор Михайлович. Сашка, вот тут мне не хватает бороденки, чтобы впалость была. Да, да, сейчас я добавлю этого кусочка. Ну, бородище много ты отдала. Так она рыжая, а там что-то она желтая. Вы еще ничего себе? Катюш, нормально, работаешь вообще. Хорошо. Мне нравится то, что вы делаете. Мне очень симпатично. Там что получается? Что? Еще пониже голову будет, чтобы тебя еще приобрести. Так, все, ты знаешь, что надо? Да, вот так. Чтобы прямо сесть? Нет, чуть-чуть. Конечно. Проблема заключается в том, что вот здесь висок прямой, и получается, что лицо не X, и как бы не стремится сюда. Сяшка, возьми черную масляную краску. Да, что у вас от забора поставили? Вам очень стемнело сейчас. Да, это стоит. Туда чуть-чуть вот. Так. Спасибо вам большое. Хороший. Нет, хороший. Это хороший уровень, да. Глаз совершенно. Да, да. Не, ну я старался, я же так смотрю на него. Как-то там внутри. Какой-то похоже, да, даже. Ой, да, может, вот этим бородатыми мужиками не сорвался. Спасибо. Спасибо. Это моя мама сидит. Очень приятно. У вас гениальная дочь совершенно. Очень приятно. Очень приятно. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Приходите еще. Спасибо большое. Вас очень полюбили, по-моему.